Смартфон вместо посттерминала. Халыкбанк запускает новый способ приема платежей. Теперь представителям микро и малого бизнеса нет необходимости покупать посттерминалы для бесконтактных платежей. Достаточно иметь смартфон и приложение Халыкпос. Как работает технология и какие у нее преимущества, узнавала Амина Абдрахманова. Новые решения для предпринимателей от Халыкбанк доступны уже с сегодняшнего дня. Все, что нужно бизнесмену – заключить договор с банком на эквайринг и скачать мобильное приложение Халыкпос. А для того, чтобы принять оплату за товар или услугу, достаточно всего лишь приложить банковскую карту к телефону. За пару секунд считываются данные владельца платежного средства, продавцом вводится сумма оплаты и транзакция считается уже совершенной. Преимущество лично для гостей и для клиентов я вижу такое, то что здесь не нужно бумажная волокита. Раньше мы когда оплачивали, то ты получал бумажки, собирал, копил и потом отчитывался. А так это все через телефон, все это приходит либо на почту, либо смс-кой, и все это хранится в телефоне. Как бы тебе не нужно где-то это все хранить в кошельке, ты просто зашиваешь телефон и выбираешь те или иные тебе чеки. Кстати, это не единственное преимущество, которое появляется у бизнесменов. С приложением Халыкпос отпадает необходимость покупки посттерминала и расходов на его содержание. Вместе с тем нет ограничений по объему транзакций. Поэтому новые решения, которые предлагает Халыкбанк, могут охватить сотни тысяч бизнесменов и даже тех, у кого были лимиты. А вот перед клиентами открываются еще больше возможностей: скорость, удобство, безопасность. Платить можно с помощью бесконтактных карт, смартфонов, а также носимых NFC-устройств. Смарт-часов, колец и браслетов. Технологии, которые мы используем, это технологии международных платежных систем. Соответственно, весь международный опыт, он здесь реализован. Мы абсолютно сертифицированы во всех международных системах здесь. То есть мы здесь гарантируем как раз международным опытом и такими небезызвестными именами MasterCard, Visa, они вам в этом смысле при реализации платежа через вот это приложение, они гарантируют оплату, в отличие от проприетарных технологий, которые на рынке также есть. Только запустившаяся технология Халыкпос всего за несколько дней привлекла уже больше 70 бизнесменов. А на утро сегодняшнего дня объем транзакций составил 5 миллионов тенге. Амина Абдрахманова, Нурлан Аканбаев, Атамекен Бизнес.